Гэтсби из Великого Гэтсби. Йоахим из Волшебной горы. Беатрикс Кидо из Убить Билла. Боже мой. А вот из коротких встреч вот героиня, которая играет Кира Муратова. В кино. Я бы никуда не отправилась. Я бы запаковалась где-нибудь в районе квартиры. Может быть, спальни. Магазин тканей на ВДНХ. В Москве, опять же, квартира. Центр Помпиду. То же самое, квартира. Все мои квартиры – это мое любимое место. Там мне все хватает. Всегда носить с собой большую красивую сумку. И очень тяжелую. Я люблю, конечно, тяжелые сумки. У меня должно быть там все. Даже если меня завалит в каком-нибудь туннеле, у меня там должно быть, чтобы я там продержалась несколько дней. Не красить ресницы. Я их только крашу по очень-очень-очень важным случаям. Ну, иногда она меня так, знаете, передразнивает. Это получается какая-то ироническая копия меня. И это, конечно, я думаю, боже мой, неужели я такая? Талант. Вы знаете, на одном таланте все-таки не проскочишь. Небо-самолет девушка. Моя? Но мне нравится у Киры Муратовой настройщик. Ответ очевиден. А вы знаете, я это соединяю. Когда мама приезжала ко мне в Антверпен. Ну, когда я ее увидела в первый раз, я подумала, что, наверное, это и есть любовь. Прямо к Васале. В Токио. Я очень хочу поехать в эту Арктику, Антарктику. Снега, они говорят, тают. Я хочу застать. Конец Гарри Поттера, последняя сцена. Я, кстати, регулярно плачу на фильмах. Вот последний «Дюнкерк» я заплакала, зарыдала прямо в самолете Аэрофлота. Все всполошились, эти стюардессы. Я рыдала. Булгаков. Чехов, наверное. Чехов. Когда я в первый раз увидела костюм и павильон. Меня не целовался хорошо артист. Мы в него столько влили всего. Это был ужас. Я не знаю, я не умею раскрепощать парней. Хотя он выпил сколько этой текилы-то? Много. Ничего не помогло. Ким Кролл. Земфира. Наш композитор. Это величина бессменная, вечная. Навсегда. Наша вспышка и антиматерия. Je désolé. Je t'aime. Перестать беспокоиться обо мне. Все-таки быть счастливой. Найти любовь. Найти свое дело. Все этих принцев ищут. Пускай она найдет принца или принцессу. То, что тебя привлекает в человеке, мне кажется. Красота – это когда человек стройный. Что вообще такое? Извините, случайно. Красота – это когда человек может удержать свою штучку в руках. И когда у него какие-то мускулы присутствуют. Пищу уже. У меня настроение испортилось. Вы взяли шампанское? Все, я не хочу сниматься. Надоели вы меня.